Добрый вечер, уважаемые любители волейбола. Мы начинаем наш репортаж из Санкт-Петербурга, из Академии Платонова, где в рамках 26-го тура Пари Суперлиги чемпионата России среди мужских команд встречаются Санкт-Петербургский «Зенит» и команда АСК из Нижнего Новгорода. Ищенко, отличный прием. Маджухин в атаке, но Сивашвилис блокирует эту атаку. Маджухин на ваших экранах, он с мячом и готовится выполнить подачу. Кривиченко принимает с трудом. Подача была укорочена. Сивашвилис в атаке на тройном блоке и выигрывает. Неплохая подача. Воронков с трудом ее принимает. Баткевичу играть на тройном. Не забивает. Будет контратака у АСК. Это Петыркин. Также на тройном. Хорош в защите Кривиченко. Баткевич на двойном блоке теперь и забивает. Хороший удар по диагонали. И Александр Хайволов не справляется с этой атакой защиты. Ищенко принимает ее. И атака Александра Петыркина заблокирована. Кривиченко легко принимает эту подачу. Воронков на разорванном блоке не забивает. Контратака не слишком сложная для «Зенита». И будет вновь атаковать Воронков. На этот раз на тройном блоке. Обманный удар не проходит. Премович на тройном. И в блоке «Зенита» есть место, куда, собственно, диагональная АСК и попадает. Вновь Подасенко. На этот раз прием хороший, но Ананьев ошибается в нападении. Его атака заблокирована. Александр Захватенков записывает на свой счет очко. Доигровщик «Зенита». Вновь подача в направлении Ищенко. Прием на сетку. И не удалось организовать атаку. Будет контратака у «Зенита». Это Евгений Сивашвилис. И его обманный удар выводит «Зенит» вперед 13-12. Вновь Воронков. На этот раз принимал Петыркин. Принимал неплохо. Премович в атаке. Хорошо сыграли в защите. Александр Хайбулов. Неплохая подача, но Сивашвилис с ней справляется. Пайп в исполнении Федора Воронкова. И Зеленков. Неплохой прием. Маджухин на одиночном блоке и забивает. И поэтому несколько обновлений в составе «Зенита» произошли уже по ходу сезона. В том числе и появился Владислав Бабкевич, перешедший из «Факела». Начинал он как доигровщик играть в «Зените», но последние несколько игр играет в качестве диагонального. Имеет большое количество атак. Не слишком сильная подача. Зеленков ее принял, но принял не слишком хорошо. На тройном блоке не удается забить Петыркину. Со второй попытки и с двойным блоком он также не справляется и отправляет мяч в аут. Семен Кривиченко. Отличный прием. На одиночном блоке Федор Воронков и забивает. Хорошая атака по линии. И 22 очко в активе у «Зенита». Петыркин. Неплохой прием. Премович вновь в атаке и ошибается. Очень далеко мяч уходит в аут. 25 очко в активе у «Зенита». 25-18. Они побеждают в первой партии этого матча. Он набрал в первом сете 5 очков. Контратака у АСК. Атаковал диагональный Петр Премович. Зеленков. Хороший прием. Петыркин. Играет пайп, играет его без блока. Укороченная не получилось. Воронков ее легко принял. Бабкевич. Бабкевич хорош в нападении, но мяч остается в игре. Воронков скорее выхватил мяч из аута. На этот раз в шестую зону. Зеленков легко принимает. Маджухин в атаке не забил. Повторная атака на этот раз. Петыркин также не забивает. И в контратаке Евгений Сивашвилис находит разрыв между блокирующими, куда, собственно, и отправляет мяч. 5 очко в активе «Зенита».
Мазжухин. Неплохой прием. Петыркин на одиночном блоке и выигрывает. «Зенит» увеличивает разрыв в счете. Вновь Кобзарь. На этот раз Петыркин принимает хорошо. Передача вновь в направлении Премовича. И на этот раз он забивает. Воронков принял не слишком хорошо. Сиважелес не забивает из четвертой зоны. Вновь Сиважелес. И на этот раз обманный удар проходит. Смотрим, как сейчас. Вновь сильно, но Кривиченко принимает. И принимает очень хорошо. Есть возможность для организации атаки первым темпом, чем пользуется Ковалев. Укороченная подача, Кривиченко легко с ней справляется. И рация. Небольшая пауза. Будет видеоповтор. Планер в его исполнении. Федор Ланков принимает и принимает хорошо. А дальше следует передача на одиночный блок. Несильная подача. Ланков принимает. Рация в атаке с задней линии забивает. Зеленков. Хороший прием. Атака первым темпом в исполнении Захватенкова. И очередное очко у АСК. Несильная подача. Кривиченко легко ее принимает. Хорошая передача в четвертую зону. Но практически без блока Евгений Сиважелес не забивает. Будет повторная атака у «Зенита». На этот раз Иван Яковлев. И ему не помеха двойной блок. Замена по позиции. Доигровщик вместо доигровщика. Мудреная подача во вторую зону. Ее был вынужден принимать Антонов. Не забивают с первого раза волейболисты АСК. Со второй попытки. Подача в первую зону. Зеленков ее легко принимает. А Панасенко забивает первым темпом. Неплохая подача. С трудом Воронков ее принял. Разы в атаке и забивает. Хорошая атака по диагонали. Неплохо, но Кривиченко справляется. Воронков на тройном блоке. Сложная траектория. Почти заблокирован был Федор. Раца также не забивает. Долгий розыгрыш. Мазжухин, но передача слишком узкая. И она становится, эта атака становится легкой добычей для Андрея Ананьева. 25 очков в активе «Зенита». 25-20. «Зенит» побеждает его во втором сете. А в составе команды АСК во втором сете также на площадке появился Денис Антонов. Александр Хайбулов подает. Был вынужден принимать Бабкевич, но прием отличный. Он сегодня проиграет. То потеряют даже теоретические шансы на то, чтобы попасть в квалификационный раунд. Вновь сильно, на этот раз Карпухов принимал не слишком хорошо. Не забить с первого раза волейболистам АСК. Но и контратака «Зенита» получается не с первого раза. Розыгрыш затягивается. Карпухов из второй зоны. И на этот раз ему удается выиграть мяч в атаке. Только что выигравший мяч на падении выполнил подачу. Но Кривиченко ее легко принял. А в атаке был Бабкевич. Воронков неплохой прием. Ананьев в атаке не забивает. Контратака в исполнении Антонова также не приносит успеха команде АСК. Рация в атаке с задней линии забивает. Связующий «Зенита», его планер. Зеленков принимает неплохо. На одиночном блоке Антонов не забивает, но «Зенит» без атаки. Будет повторная атака у нижегородцев. Петыркин на этот раз забивает. Кривиченко. Не слишком хороший прием. На тройном блоке вынужден атаковать Александру Раца, но он делает его успешно. Приносит очередное очко своей команде. 11-5. Его очередь подавать. Подача неплохая, но Воронков ее принял хорошо. А вот Бабкевич хорош в атаке. Готовится к выполнению подачи. Зеленков. Хороший прием. Антонов в атаке с задней линии. Неплохой блок в исполнении Бабкевича. И теперь уже контратака в исполнении Федора Воронкова. Это Константин Панасенко.
Редкая комбинация. Вход в зону. Готовится к выполнению подачи. А волейболисты Зенита к приему. Принимают Бабкевич. Принимает на сторону волейболистов АСК. И в контратаке Иван Димаков забивает первым темпом. Кривиченко принимает эту подачу. Павел Железняков в атаке не забивает. Но будет повторная атака у «Зенита». Вновь Железняков, на этот раз на одиночном блоке. Меняет направление и хороший удар в короткую диагональ. Воронков легко принимает. Железняков в атаке и забивает. 12-20. «Зенит» впереди. Неплохая подача, но Воронков ее принял. Попытка сыграть комбинационно не приводит к результату. А вот контратака в исполнении Александра Петыркина хороша. На этот раз силовая. Титич ее принимает. И атака Тимофея Тихонова из четвертой зоны результативна. Силовая. Петыркин принимает ее. Неудобная передача для атаки в направлении Антонова. Без атаки АСК, но зато в атаке Железняков и матчбол. Айбулов. Неплохая подача. Титич ее принял. Железняков из четвертой зоны забивает и ставит победную точку в этом матче. 25-17 в третьем сете. 3-0 по партиям. Так заканчивается этот поединок. Заканчиваем мы наш репортаж. С вами был Евгений Лебедев. Берегите себя, играйте в волейбол. Всего доброго.